Успей поставить лайк и подписаться на мой канал за 3 секунды, если ты не хочешь, чтобы Домоголовый появился за твоей спиной. Так, ну вроде все уроки я сделал. Математику, алгебру, геометрию. А все остальное устное, география, история. Все равно проверять-то не будут, нафиг я буду эти устные уроки учить. Так, наконец-то сегодня 31 октября, Хэллоуин, ура! Наконец, сейчас пойдем конфет пособираем, может даже нам денежек дадут, можно будет там газировочки купить. Так, сколько там часов? Так, где часы? А, в принципе, на компьютере гляну. О, как раз уже 17:50, сейчас минуты на минуту ко мне Боб, мой друг, наконец-то придет. Наконец-то день наступил. Так, нужно выйти, чтобы мама меня не заметила, а то спросит пару уроки. Так, быстренько, по стелсу. Тихо. О, здравствуй, мама, привет. А ты куда собрался? Сегодня же, ты помнишь, 31 октября, Хэллоуин, мы с Бобом договорились, будем сейчас ходить конфеты собирать. Помню. И за что я уроки себе сделал. Ты же помнишь, о чем мы договорились? Уроки. Да, уроки я сделал, в первую очередь. Так, а ну-ка пойдем проверим. Можешь проверить, я все сделал, пойдем. Хорошо, давай. Вот, смотри. Математику, алгебру, геометрию. Вот, а остальные ничего не задали. Только математику задали. Так. Видишь, дневники, только математика записана. Видишь, номера. 153, 154, 155, геометрия 378, 379, А и Б. Видишь? Все, больше ничего не задали. Вижу. А если я учительнице позвоню? О, да, можешь, звони. Поставь, что было? О, мама, кажется, Боб пришел. Подожди. Эй, Сухар, Секрет, не открывай дверь сам по себе. Это Боб пришел, мы договаривались. Давай я дверь открою. Хорошо, давай. О, что надо? А, Боб, привет. Боб, заходи. Давай, заходи, что ты стоишь как, не злой. Все, мама, тогда мы пойдем переодеваться, да? Мы ж костюмчики подготовили. Ладно, на Хэллоуин. Хорошо, можете идти, я отпускаю. Но учти, если ты меня обманул... Не, мам, ты что, я не обманул. Не, замечание напишешь. Все сладко, которое ты же, конечно получишь, же, дневник не дам. Ой, ничего. Ясно? Да, хорошо. Что там про дневник сказал? Ничего. Говорю, все уроки я записываю в дневник. Чтобы потом не забыть. Так, ладно, что, давайте быстрее. И позже 10 не возвращаться. Хорошо, мама, хорошо. Все, давай. Боб, давай быстрее в мою комнату, пойдем. Привет, Сади, чё молчишь, а? Да, я стесняюсь, как всегда. Да бывает, ладно, ничего страшного. Так, чё, ты костюм взял? Опять сейчас низкий точнёт. Да, конечно, взял костюм. А чё, какой в этом году костюм, как и договаривались, Демогоргону, да? А я пришельца подготовил. Ну, да. Ну чё, пойдем переодеваться? Давай. Давай переодеваться. Так, не подглядывай. О, все, переоделся, отлично. О, неплохо ты так, Боб, выглядишь. Самая настоящая Дива Горгона. Прикольно. А как я тебе? Да, вообще отлично получился, братан. Угу, спасибо, ты тоже. Но Дива Горгон получше, мне кажется, будет. Пришельцы — это банальщина. А Дива Горгон — новый монстр. Ну что, в принципе, все, погнали людей разводить на конфеты, а да? А маму твою сначала напугаем, да? Сначала твою маму. Ну давай, напугаем. Хорошая идея. Давай залетим, типа мы пришельцы с тобой. Только тихо сначала давай. Давай, раз, пойдем. Смотри. Давай. Тихо. Так, земляне, земля захвачена. А! Кто вы такие? Земля захвачена, земляне, сдавайтесь. А, фу ты. Так, сын, не пугай меня. Да, мама, это мы. Сейчас доиграешь, прикольно у нас костюмы, да? Я пришелец, да, а Боб у нас хороший. Вот такой вот монстр, чудовище, демогоргон. Ой, бесовщина какая, напридумывай же всякого. Да, на демона на кого-то похож. Так, ладно, что, давайте, иди быстрее. Хорошо, все, мам, пока, давай. Пока не решили. Все, давай, Боб, погнали быстрее. Да, давай. Слушай. Тут, короче, мужик в этом доме живет. Такой, блин, вообще ужас. Такой вредный. Давай к нему не пойдем, а? Помнишь, в прошлом году? Он нас чуть ли, блин, не побил, можно сказать. Пойдем сразу в тот домик, в тот, и вот так вот по кругу, окей? Да, давай. А то я давай, не хочу больше к этому мужику ходить. А то люлей только получим, а не конфет. Так. Может быть, уже стрясем с него конфет, а? Да не, ладно, потом, в конце давай. Так, ну чё, Боб, погнали теперь в этот домик. Так, вроде все эти мы уже прошли. Теперь давай в этот. О, кстати, здесь довольно-таки хорошая тетка живет. Она, я помню, в прошлом году. Помнишь, сколько нам конфет дала, да? Богатенькая, наверное. Видишь, машина у нее дорогая. Пойдем. Да, да, давай, пойдем. Так, все, стучусь в дверь. Вот. О, кажется, кто-то идет. Так, кто там такой? Открывайте, мы пришли с миром. О, это у нас пришельцы, как да. Мило. Это Демогоргон, а я пришелец. Здравствуйте. О, здравствуйте, детишки.
За конфетками пришли? Да, за конфетками, за конфетками. Сегодня же Хэллоуин. Хорошо, хорошо. Желаем вам счастья, здоровья, успехов. Так, вот, печеньки держите. О, спасибо, спасибо. Так, и чипсиков. О, отлично, чипсики, мы любим чипсики. Спасибо вам, спасибо. С газировкой. О, ого, какой бутыль прям. Спасибо вам. Все, давайте. Спасибо вам. Счастливого Хэллоуина. Вам тоже счастливого Хэллоуина. До свидания. До свидания. Пойдем, Боб. Ты видел, сколько нам дала всего, капец. Ого, обалдеть. Ага, обалдеть, да. А сколько там, помнишь, нам еще денег же дали. А? 10 целых долларов. Можно будет еще что-нибудь купить, или в компьютерный клуб можно будет сходить. Или можно будет, знаешь, это... Что-что-что? Как-нибудь, вот смотри, газировку, видишь, редкую. Ага. Вот, у нас вроде есть там один помешанный в классе, который собирает все вот эти вот марки, можно будет ему эту марку продать. Крышечку, что ли? Да-да-да-да. Понятно, пойдем, пойдем. Так, подожди, в этом доме жильцы довольно-таки часто меняются, и, если честно, я и не помню, кто здесь живет. Вроде в прошлом году какая-то женщина жила, но потом она вроде уехала. А кто здесь живет, а? Давай, может, зайдем, да, посмотрим? Давай, давай, кстати говоря. Так. Мне тоже интересно. Так, стучимся в двери. О, слышь, кажется, кто-то идет. О, снова обращаюсь. Открывайте дверь. Сегодня Хэллоуин. Счастливого Хэллоуина. Либо смерть, либо конфеты. О, что смерть? Опять должники угрожают пришли. Нет, не должники. А счастливого Хэллоуина. А, вы что делаете? Счастливого Хэллоуина. Хэллоуин сегодня. Дяденька, вы что делаете? Проклятие! Так говорят на Хэллоуин, либо смерть, либо конфеты. Вы нам должны конфеты дать. Для вас только Хэллоуин есть. О, все, побежали куда-то, сумасшедший мужик, блин. Все, побежали, побежали, побежали. Да, убегаем быстрее. Какой-то вообще живой, блин. Еще раз к нему придете, убью. Старый пердун, блин. Все, побежали, ну нафиг, а. Какой-то вообще, блин, дед ненормальный, мужик какой-то. Вообще ненормальный, капец просто. Ага. Все, он людям конфеты надавали, а этот идиот за счет ремонтировка не побил. А ладно, пофиг на этого идиота. Смотри, сколько зато мы с тобой конфет сегодня собрали. Газировочки, чипсиков, смотри. Да-да-да-да, еще и денежек нам дали. По 5 долларов. Класс. Ладно, что, пойдем домой? Ух, да, устал я, давай домой. Хотя ты знаешь, этому, конечно, мужику нужно будет отомстить, да, как-нибудь? Хорошая-хорошая идея. Слушай, предлагаю завтра после уроков прийти и знаешь что? Короче, мусорный бак какой-нибудь перевернуть и мусора ему во двор накидать за забор. Давай, давай. А еще можно будет звонок позвонить и убежать. Граффити нарисовать там сумасшедший, например. Да, граффити, кстати, можно будет ему на заборе нарисовать какой-нибудь краской, чтобы он потом его 3 дня ее смывал. Классно. Ладно, пойдем давай. Отличная идея. Отличная идея. Ну все, мужик, попал ты. Анси, пойдем домой. Давай, 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 давай. Ну ладно, Боб, давай, короче. В принципе, неплохо-то провели день. Точнее, вечер этот. Отлично. Завтра в школе встретимся. Давай, удачи. Давай, до завтра. До завтра. Так, а вот и домик этого деда. Пойдем, Боб, пойдем. Давай, давай. Так, ты баллончик взял? Надеюсь, не забыл? Нет, как можно забыть? Я тоже сейчас взял. Мы этому деду устроим. Смотри, видишь, целая свалка. Знаешь, что предлагаю? Ему прям во двор мусора накидать, прям перед дверьми. Мы думаем в одном и том же. Угу, пойдем, пойдем. Смотри, сколько мусора. Давай, 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 давай. Ого! Хо-хо-хо. Сейчас накидаем этому дедугану. Так, смотри, накидаем ему мусора, нарисуем что-нибудь баллончиками на заборе и прям на доме, и можно будет позвонить звонок и убежать, чтобы узнал, что это мы сделали. Хотя, можно так убежать, что он даже не поймет, что это мы. Классная идея, давай, давай, давай. Давай, давай. О, смотри, Боб, сколько мы сюда кидали. Ты что, еще дохлую крысу сюда принес? Да-да-да, фу, воняет. Так, давай, ты, короче, рисуй на заборе. Или где там рядышком, а я нарисую на доме. Так, о, все. Давай-давай-давай-давай-давай. Все, дивидуган, конечно, получит. Так, что, краска, что ли, закончилась? Прекрасно, прекрасно. Ладно, рисуй прямо на газоне. Да, не так уж и много. Хотя, подожди, подожди, Боб, не рисуй, не рисуй, не рисуй. Иди лучше нарисуй тоже на доме. На заборе что, он, в принципе, даже, может, не увидит, а вот на доме он 100% увидит. Давай лучше на доме нарисуй. Вот там вот справа где-нибудь, знаешь, нарисуй. Давай, где моя, давай. Там он. Вот, давай-ка. Неплохо так ты нарисовал. Ну вот, вот, умею. Красиво, красиво. Так, а теперь остается что? Мусор мы накидали, граффити нарисовали, теперь нужно постучаться и убежать. Так, подходим. Стучимся, бежим! Побежали, побежали! Давай, 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 давай! Давай, быстро, 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 быстро! А, что такое опять? Спрячься за забором, давай послушаем. Что это такое? Кто накидал мне мусор-то? Смешно, да? Какой сосед это сделал? Так ладно, пойдем, 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 пока он нас не спалил. Давай, 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 давай.
Какой еще граффити? Как угарно, капец, смотри. Соседи не стали рисовать граффити. Все, побежим, давай, побежали. Кто бы это мог сделать? Побежали. А, детишки! О, он нас догоняет! Побежали, быстрее! Быстрее, он нас спалил! Ах, вы проклятые дети! Так, давай! Сейчас ноги переломаю! Побежали, быстрее, Боб! А, он догоняет! О, подожди, Боб, ты что такой быстрый? Давай, быстрее! Он догоняет, он уже здесь! Кажется, он выдохся, старый же! Все равно, смотри, он быстрый! Так, быстрее бежим! Смотри, он забыл закрыть дверь, давай к нему в дом, спрячемся там! Смотри, там капканы, что? Он уже здесь! Туда не пойдем! Ай-яй-яй-яй! Дяденька, не бей, мы пошутили! Нет, дяденька, не бей! Боб, беги! Вот чё! Дяденька! Больно, не бейте! Ай, Боб, черт! Ты что надел, мужик? Спасите, бьют! Ай, больно! Отлично! Все предметы на местах. Жертва в центре пентаграммы. Можно начинать ритуал. О, домоголовый, возьми это тело. Я призываю тебя в наш мир и жертвую тебе это тело, чтобы ты взял его во славу свою и прибыл в этом мире много и убил всех грешных людей. Домоголовый, схвати эту жертву и эту душу, поглоти ее и забери этот сосуд себе. О, кажется, начинает работать. О, домоголовый, возьми этот сосуд. Славлю тебя, домоголовый. Возьми эту жалкую душу. Сотри ее, возьми это тело, воплотись в нашем мире и исполни мое желание уничтожить проклятое человечество. О, домоголовый! Отлично. Ритуал продолжается. Огонь обуял жертву. Его душа сгорает и разум. Отлично, все идет так, как и должно. Домоголовый. Что? Почему ритуал прервался? Что же случилось, проклятие? Что-то я забыл. Так. Где это я? Ё-моё! Тут еще все горит. А что вообще произошло? Как же голова просто болит, раскалывается. Точно вспомнил. Этот ненормальный мужик меня и Боба отрубил монтировкой. Кажется, Боб кричит. Точно, Боб. Мы походу в его доме. Так, ай, все горит. Да, точно, капканы. Мы в его доме. Боб, ты где? О, Боб, помоги. Боб. Он тебя что, что ли, в клетку посадил, Боб? Ё-моё, капец. Да, дёрни за рычаг. Маньяк какой-то, дёргаю. Давай. Все, пойдем, Боб, пойдем быстрее. Давай, смотри, все горит. Отсюда. Убегаем. А куда этот дед делся? Куда он ушел? Ушел куда-то, я не знаю. Так, побежали. Давай, все сваливаем. Быстрее домой. Давай. Больше никак к этому делу не будем приходить. Фух, да ну нафиг, я вообще лучше, пока неделю из дома не буду выходить. Хотя дома нечего делать. А что он там с тобой делал, кстати? Он что-то там какие-то странные слова говорил. Вокруг тебя всякого. Я проснулся, какие-то предметы возле меня лежат. Не знаю, все в огне. Какой-то домоголовый. Все, я домой. Мама сейчас вроде на работе должна быть. Я ничего не буду рассказывать. Ты тоже, короче, предкам ничего не рассказывай, понял? Хорошо. А то еще поругают. Да они не поверят нам, понимаешь? Да еще не поверят, вот именно. Скажут, что придумали. Накажут нас потом. Потом еще компьютер заберут. Короче, не хочу я так. Понял, еще рада ко мне рассказывай. Все, я побежал домой, давай, пока. Давай. Капец, блин, а? Дед вообще сумасшедший. Фух, наконец-то я дома, ура.
Вообще что-то сил нету. Как будто просто всю энергию у меня забрали. О, может в компьютер поиграть, пока еще мама не пришла. Хотя ладно, не буду. Лучше посплю. О, кажется, уже вечер. Так, а сколько там часов? Сейчас подойду, гляну на компьютере. А, 7 часов вечера. Так, а сегодня что? Сегодня понедельник. Точно, точно, мама же всегда в понедельник задерживается на работе до 8. Походу, сейчас она скоро придет. А, ну ладно. Отдохну пока. Так, уроки. А, ладно, потом эти уроки сделаю. Пойду-ка я умоюсь в ванну. Что? В смысле? В смысле? Чего? Что? А! Где мои руки? Где мои ноги? Где мое тело? А, что со мной произошло? В смысле? Какие-то лапки, какой-то домик, где мое тело? Что за фигня? Что за чертовщина? Так, я походу сплю. Просыпайся. Просыпайся, Джонни, просыпайся. Ты, наверное, просто уснул. Все это снится, просыпайся. Так, сейчас я пощипаю. Так. Ай, больно! Что за фигня, а? Где мое тело? Где мои руки? Где мои ноги? Где мое лицо, блин? Так, надо умыться. Так, умываем лицо. А, так, теперь сейчас посмотрю. А, все равно! Я какой-то домик с лапками. О, кажется, кто-то в звонок звонит. Так. Кто там, а? Кто там? Кто там пришел? Это я, Боб, открываю. О, Боб пришел. Сейчас, может, Боб меня увидит. Боб, привет! А, это монстр, а! О, в смысле? А, нет. Боб, это я! Боб! О, в смысле? Жалкий человечешка. А, это не я, Боб! Мне. Какое еще тело? Это мое тело! Убей! А, это же я! Я приказываю тебе убить. А, ты кто такой, демон? Монстр! Убей его! Убей человечешку! Не мешай! Боб, беги! Боб, беги! Не думай спасать своего. Беги, Боб! Беги! А, нет, Боб! Он сейчас тебя сожрет! Боб! Монстр, ты кто? Почему я слышу твой голос в своей голове? Это теперь мое тело, это твой голос здесь лишний. Как я вообще здесь оказался? Ты кто вообще такой? Как тебя зовут? Я Домоголовый. Меня призвали в этот мир. И отдали в жертву твое тело, как сосуд, чтобы я захватил его и захватил этот мир. Получается, тот дед какой-то провел ритуал, что ли? Я какой-то просто инкубатор? Ё-моё! Замолчи, ты меня раздражаешь. Так как я тебя могу раздражать? Я теперь в тебе, или точнее ты во мне. Это же ты вселился в меня. Это мое тело. Нет, это мое тело. Так, молчи, жалкий человек. Амнин, какой у тебя вкусный друг. Черт, ты Боба убил, моего друга. Это был мой лучший друг. Мы с первого класса дружим. Засранец, блин. Как вкусно. Ладно, еще людишек. В этом теле слишком мало мяса и много костей. Мне нужно больше мяса. Уничтожим все человечество. Это мое тело, оставь его. Ох, кстати, подожди. Демон, мы, кажется, избедились. Жалкий человек, что ты делаешь? О, я сопротивляюсь, да. Как выходи из своего тела. Жалко. Нет, это теперь мое тело. Это ты здесь. Так, сопротивляюсь. Уходи. Раз так, да. Ну хорошо, я уйду. Уходи, голос из головы, уходи. Посмотрим, как ты справишься с нашим аппетитом. Кажется, этот демон эволюционирует. Этот домоголовый какой-то. Этот паук с лапками. Да заткнись ты уже, уходи давай. Все. Кажется, я смог перебороть на время этого демона. Так, вспоминай, Джонни, вспоминай. Так. Тот дед, точно, вспомнил, тот дед. Тот дед, получается... Провел, видимо, какой-то ритуал, потому что я проснулся какой-то огне, везде какие-то предметы странные лежат, черепа и так далее. И после этого я проснулся уже вот этим вот чудовищем. Как же хочется кушать.
Ой, кажется, снова слышу этот голос. Ой, с работы возвращаюсь. Переборол вроде. Фух, как же я устал. Так. Почему я так хочу есть? О, что это такое? Кажется, демон это возвращается. Чем эта голова начинает болеть? Привидите же такое по вечерам. Это что, пранк какой-то паучный? Ему это контент сфоткать. Борис, нельзя есть этого человека. Это человек. У меня камера красная. Что это такое? Нет. Ням-ням-ням-ням. Нет, демон, черт, я из-за тебя это сделал. Нет. Я тебя переборю. Ты даже с нашим аппетитом справился. Нет, все равно хочу есть, мне этого мало. Затыкай меня, если хочешь. Уйди, заткнись, уходи. Уходи. Уходи из моей головы. Я голодный, хочу еще есть. Еда. Все равно хочу есть. Кажется, я еще немножечко подрос. У меня, кажется, улучшилось обоняние. Да, я слышу теперь людей. Кажется, кто-то приближается. А еще слышу запах мотора и масла. Людишки, остановитесь. Они довольно-таки быстрые. Сейчас я тоже ускорюсь. Я стал побыстрее. Бежим. Убегаем! Я на них хочу убегать! Братан, давай быстрее, братан. Я вас сейчас съем. Так и этого тоже нужно догнать. Нет, проклятие. Так, через забор перелезь, давай же, давай. Не перелезешь, я уже здесь. Машину. Еда, нет, я опять убил людей. Опять этот голос в голове. Опять этот демон в голове, ё-моё. Убирайся вон. А я, пожалуй, оставлю тебе контроль. Так интересно наблюдать за тем, убирайся вон, я тебя переборю. Все равно я голоден, так этого съел. Нет, не хочу есть. Вкусное мясо. Нет, нельзя есть людей, нельзя их есть. Нельзя. Я же все-таки тоже человек, просто какой-то, видимо, обращенный в этого монстра. Так, точно. Нужно вернуться к тому деду, к тому контуженному мужику. Какому-то шизоиду, который провел ритуал и превратил меня в этого монстра. Не должны больше люди пострадать. И так уже Боб пострадал, и эти двое прохожих. Кажется, слышу еще людей, запах человечины. Давай, иди покушай. Людишки, умрите. Убегай! Помогите! Сколько еды! Все за меня! Я хочу жить! Вы все умрете! Милиция, вызывайте милицию! Сколько еды здесь на этой площадке? Что это за монстр? Нет, пожалуйста, я хочу! Бегите, люди, бегите! Это не я! Что с моим голосом? Я, кажется, начинаю превращаться в этого домоголового. Опять слышу голос этого демона. Люди, бегите, это не я, люди, бегите. Ты что, демон, уже контролируешь, или что со мной происходит? Кажется, менты приехали. Мигалки включили. Не стреляйте. Огонь, сержант, бензин, огонь. Стреляют. Хорошо. Сержант Иванов. Джонсон, аккуратнее, он сейчас нас убьет. Не подставляйтесь, Джонсон. Стреляйте по этой твари. Вызовешь подкрепление. Да, я вызвал, так точно. Нет, не нужно подкрепление. Не нужно. Получай. Я человек. Со мной что-то сделали, помогите! Давай! Ай-яй! Брат, не уклоняйтесь, Джон! Хорошо, сэр! Нет! Ах ты, тварь, получай! Ай, проклятье, если не справлюсь, надо в машину! Надо уезжать отсюда! Нет! Заглохло! Он, кажется, повредил двигатель! Кажется, слышу еще запах людей! Опять этот демон! Нет, демон! Я не знаю, как это ты делаешь, демон, но мне постоянно хочется есть людей. Как ты это сделал? Нет! Я ничего не делаю. Люди, еда, мясо. Ты находишься в моем теле,
Это тот аппетит, кажется, еще мясо. Я живу, чувствую мясо. Я всегда хочу кушать человечкова. Слушайте сюда внимательно, бойцы. Это очень опасный монстр. Прямо сейчас перед собой вы можете видеть его жертв. И он продолжает терроризировать этот город. Раньше здесь никогда не было ни одного домоголового или какого-либо другого монстра Тревора Хендерсона. Но почему-то он здесь откуда-то взялся. Мы даже не знаем, как он сюда пришел. Есть предположение, что кто-то произвел ритуал или же еще какую-то нечистую процедуру. В общем, мы не можем точно знать, почему это произошло, но этот монстр здесь, и с каждой минутой он становится сильнее все и больше и больше. Поэтому будьте крайне осторожны, он вам не даст поблажек и будет убивать вас. Старайтесь уклоняться и не держаться толпами, потому что нужно достаточно большое, чтобы убивать много людей за раз. В общем, всем все понятно, бойцы? Есть, сэр! Отлично, тогда готовимся, скоро монстр будет здесь. Он почувствует такое огромное количество людей и захочет нас кушать. Это довольно-таки примитивное создание, которое движимо лишь только чувством голода. Так, бойцы, а вот этот монстр! Атакуем его! Держать строй! О, сколько еды! Еда! Ням-ням! Еда! Убейся. Люди, бегите! Не, заткнись! Стреляйте в него! Еда! Сколько еды! Держать строй! Сколько еды! Слишком много людей! Прием! Центр! Сколько еды! Еще двое выживших! Надо их тоже съесть! Проклятие! Он бежит на нас, центр! Еда, вроде это были последние. Сколько крови, сколько еды. Заткнись уже! Уходи из моей головы! Кажется, у меня еще и произошло раздвоение личности. Одна половина меня хочет всех убивать и есть, а другая половина хочет мира и никому не причинить вреда. Еще этот демон постоянно в голове. Заткнись уже! Мне и так уже что-то не так с головой. Усиливается с каждым следующим точно! Человеком. Я сейчас нахожусь и далеко от моего дома. И... Да, вот же! Здесь жил этот дед. Загляну к этому деду. Все с него и началось. Не заглядывай к нему. Он даже этот мусор не убрал. Ты не смеешь убивать призывателя. Выходи, поганец, выходи, дед. Заткнись, демон. Я его сейчас сожру. И все исправлю. Представь, сколько всего мы сможем. Заткнись, демон, уходи из моей головы. Я его съем, и я все исправлю. И чтобы этот дед больше не проводил ужасных ритуалов и не превращал людей в ужасных чудовищ. Выходи давай, дед. Выходи. Так, кто там шумит? Кому опять монтировкой заехать? Эти выходи давай. Мешали. Вы, кажется, ко мне пришли новые жертвы. Как я рад тебе, великий дог. Я тебя съем. Кажется, что я что-то чувствую. Я уменьшаюсь. И демон все тише и тише. Уходи, демон, уходи! Уходи из моего тела, уходи! Уходи! Уходи давай! Заткнись, уходи, демон! Уходи! Все, кажется, он ушел. Что произошло? Кажется... руки, ноги! Да ладно, есть! Я снова человек! Видимо, я сожрал этого деда. И так как нету деда, нету и проклятия этого. Он же все-таки провел этот обряд. Нету деда, нету обряда. Все отлично. Пойду домой. Меня, наверное, уже мама давно ищет. Фух, я уже почти дома. Ё-моё, это я все сделал. Столько трупов. Еще и Боба завалил. Огромнейшее количество гражданских, каких-то военных, полицейских, я даже помню, сожрал нескольких. Капец. Все, нужно быстрее сюда бежать. Опять этот голос. Проклятие. Голос, уходи. Я уже в теле обычном. Уходи, голос.
Уходи! Глупец, ты уничтожил наше тело, но мой разум теперь навсегда останется. Заткнись, уходи из меня! Уходи быстро! Уходи! Я превращу твою жизнь в ад! Уходи, демон, уходи! Ладно, пойду посплю. Поздно, я заставлю тебя призвать наше тело. Надеюсь, мне это поможет. Я не дам тебе поспать. Заткнись, демон. Я умею против тебя бороться. Уходи! Уходи! Я вернусь! Уходи, заткнись! Вроде ушел. Ладно, лучше посплю. Может, поможет.